Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре башкирская глинка нуга. Вот такого она. Она молочного цвета с оранжевыми такими вкраплениями. Глинка вся структурированная. Она крошится, то есть ее несложно сломать руками. Такой кусочек красивый. Вот такая вот она вся. Крошится. То есть разломать ее руками вообще не составит никакого труда. Такая вот. Только что от этого куска откусить. Откусывается глинка несложно, при укусе рассыпается, крошится. Глина залипает и очень хорошо залипает. Глина чистая, не скрипит. Он прилипает к зубам, она, конечно, отлично. Белые кусочки без вкраплений, которые вот такие, у них ярко-побелочный меловой вкус. Прям такая побелка-побелка. Земельные нотки присутствуют, но они очень-очень-очень деликатные. А вот при укусе открывается вкус меловой и побелочный. Давайте теперь вот такой кусочек попробуем. Вкус одинаковый, даже вот с такими оранжевыми вкраплениями вкус не меняется. Побелочный, меловой, глинка вкусная, очень вкусная. Мне нравится эта глинка. Приятно жуется. Ей не похрустишь. Она не хрустит. Она во рту рассыпается на мелкие кусочки сразу в густую залипающую массу.
Для любителей мела, кто не боится залипания, будет вкусно. Ну а теперь мы попробуем этот десертик в пасте. Решила я поэкспериментировать и сделать обзор вот таким. И в сухом виде попробовать, и в пасте. Растворяется она хорошо. То есть ее заливаешь, она сразу растворяется. Я, походу, воды маловато налила. Густая получилась. Давайте пробовать, как эта глинка ведет себя в пасте. Жирненько. Вкус, конечно, насыщеннее, это также меловой побелочный, только вкус еще прибавился сырости, сырой побелки влажного подвала. Сухим мелком, типа Белая гора, Севрюкова, будет отлично. Паста из этой глины очень вкусная. А сейчас вот мне вот хочется сделать почему-то вот так. Кусочек возьмем. И сделаем вот так. Уж экспериментировать так по полной. Из-за пасты вкус сухой, сухого десерта не чувствуется, чувствуется вкус пасты только. Вот такой обзор у нас с вами получился. Завтра я получаю свою посылку, там будет большая-большая распаковка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.